Самая необычная ветка метрополитена находится в Будапеште. Это линия под номером 1, самая старая и с самыми узкими поездами. На этой линии питание двигателей моторных вагонов производится через контактные провода и верхний токоприемник, как у трамвая, напряжением постоянного тока в 550 вольт. Вагоны имеют длину около 30 метров, а вот ширина минимальная – 2 метра 35 сантиметров и вес около 37 тонн. При этом максимальная вместимость такого поезда составляет 189 человек.